музыканты, вы пока оставайтесь на своих местах и готовьте еще одну песню. Пару вопросов для родителей. Как получилось воспитать такую семью, и чтобы так все играли, и никто не сбивался? Мы, во-первых, я сразу вам скажу честно, что мы очень рады, что вы по соседству живете с нами, и что мы знаем, что есть такая группа. Вот. Но, правда, у нас не всегда получается видеть вас, ввиду того, что вы очень заняты. Но я уверен, что для каждого из нас здесь сидящих, у кого нет семьи, у кого уже есть, тоже планируют увидеть свою семью в таком составе. Что для этого нужно сделать? Я понимаю, в первую очередь надо родить. Я думаю, что самое главное, что было желание, и Бог видел и благословил. Я хочу представить, это моя жена Лена, это девочка Эльвира, Алина, потом есть Давид и Карина. Мои дети, есть старший Даниил, его нет, он женился, переехал в Вирджинию. К сожалению, его нету с нами. Я благодарю Бога, что все это подарок от Господа. И с маленьких лет они полюбили музыку, мы полюбили музыку, я любил очень сильно. Но вы их не заставляли вообще? Вы знаете, детей не заставляют, это невозможно, чтобы с них что-то вышло, так скажем, откровенно. Детей надо всегда заставлять, не спрашивать, хотят они или не хотят. До какого возраста нужно не спрашивать, а просто... Вы знаете, они когда пошли в первый класс, где мы жили, то они сразу, жена, давайте их первый класс и в музыку. То они параллельно две школы, и первый класс, музыка, и первый класс вообще образовательная школа. Конечно, для них это была очень большая нагрузка, но они потянулись, Бог благословлял, потому что у них было желание. Иногда было желание, иногда не было желания. Но жена всегда следила и... Что было желание, да? Что было желание, да. Да. Чем вы вообще, как началась ваша группа? Делали вы какие-то евангелизации, концерты? Как она вообще образовалась? Вы знаете, мы когда поженились с Леной, мы переехали в одном городе, где у нас никого, так, друзей не было, и церковь не было. Там было двое членов из баптистской церкви, и мы вот с ним присоединились и вместе начали идти в служение. Это баптистское было сначала. А потом жена говорит, давай... Я так играл чуть-чуть на гитаре. Давай выйдем в парк и начнем так прославлять Бога. У нас детей не было, мы только что поженились. И мы начали так идти. И Бог так благословил. Начал пробуждение в городе. Потом Бог даровал нам детей. И так получилось, что у нас один за другим Бог так благословлял. Мы в то время не имели где жить. У нас очень трудное время было. Как раз распад Советского Союза. Но Бог благословил, и в нашей семье каждый ребенок – это было большое благословение для Господа, для нас. Это слава Богу. И просто мы так решили, что и дети это, мы видели, что они хотят, и у них есть способность. И слава Богу, мы благодарим Бога, это все благодаря Господу. Спасибо большое вам за это свидетельство. Я, в частности, ободрился. Вот, укрепился надеждой, что у меня, может, тоже что-то такое получится. Вот, получится. Но я уверен, что у каждого из нас здесь сидящих, у кого уже есть дети, так что не теряйте надежды, у вас все 100% получится. Душу свою для спасения
этот радостный день, этот радостный день Рождества. Так задумал Бог план спасения, возлюбивший Христа, чтобы мог Царство Бога открыть всем вере, в эту ночь родиться сам Бог. Святый день Христова рождения, человечество приобретение, подарил нам Христос прощение, навсегда искупил века. Открыли же ты благословение, значит сердце любые сомнения, а ту душу свою для спасения. В этот радостный день, в этот радостный день Рождества. Кто свыше родился, за все Бога преобразился, в день, когда воскреснут все люди, вечно мы с Христом в небе будем. Святый вид Христова рождения, человечество приобретение, подарил нам Христос спасение, навсегда искупил от греха. Так прими же ты благословение, прочь от сердца любые сомнения, открой душу свою для спасения. В этот радостный день, в этот радостный день святый миг Христова рождения, человечество приобретение, подарил нам Христос прощение, навсегда искупил от греха. Так прими же ты благословение, прочь от сердца любые сомнения, открой душу свою для спасения. В этот радостный день, в этот радостный день Рождества.
у кожній слові збережи острий веч любові обігрі. Кого збив ти дуже, усміхнись, це не важко, друже. Давайте разом триматись будем, відтінуватись кожну мить, полише з вірою майбутнім. У цьому світі варто, варто жити. Будь ласка, посміхніться, дорослі і малі. Хтось пікнувся, нагадай, якщо хтось забувся, покажи правильну стежину, усміхнись, втішити людину. Давайте разом триматись будем і цінувати кожну мить, бо лише з вірою варто жити. Будь ласка, посміхніться, дорослі і малі, від ненависті розтане від усмішок на землі. Привітай старця і дитину, розділи на усі тлі. Сестра, а тобі вже подарунка подарували? Ще ні? А ти що ти хочеш, щоб тобі подарила? Ще не думала? А ти думаєш дарити комусь щось? Що? Ще не знаєш? Коли тато дасть гроші, тоді будеш думати, да? Спасибо большое, Ляна. Good job. Група, ваше время. Hard to sleep tonight, resting by the Christmas light. Could there be something you forgot? Beyond the boughs and mistletoe, the tree with presents wrapped below, there's more to this than you had ever thought. Have we lost the reason that we celebrate each year? What is Christmas if there never was a Savior wrapped in a manger? What is Christmas without Christ? Remember how the story goes, God's gift was wrapped in swaddling clothes, beneath the star
one great and holy night. The shepherds heard the angels sing, the wise men brought an offering. Peace on earth began in Bethlehem. Have we lost the reason that we celebrate each year? What is Christmas if there never was a Savior wrapped in a manger? What is Christmas if the angels never sang glory to the newborn King? Красотой любви сердце покори, навсегда с тобой я сердцем и душой с тобой, о Спаситель мой, знаю для тебя драгоценен я. Душу на кресте положи ты за меня, навсегда с тобой я духом и душой с тобой, о Спаситель мой. Ты за меня навсегда с тобой, я духом и душой с тобой, о Спаситель мой. You
Нам звезда, но пусть она ведет к тебе людей всегда. Эммануил, Эммануил, на спасение мире счастье людям подарил. Эммануил, Эммануил, с нами Бог, ты небо путь для нас открыл. Твоя звезда дает нам свет и за собой ведет уже немного лет. Проходят дни, бегут года, но свет ее нам светит навсегда. Эммануил, Эммануил, на спасение мире счастье людям подарил. Эммануил, Эммануил, с нами Бог, ты небо путь для нас открыл. Эммануил, Эммануил, на спасение мире счастье людям подарил. Эммануил, Эммануил, с нами Бог, ты небо путь для нас открыл. С нами Бог, для нас ты небо подарил.